Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Большая Планета Земля, и сегодня я вам расскажу про зубра или европейского бизона. Зубр или европейский бизон – вид рода бизоны семейства Полорогие. На западе России находится своеобразное сокровище. Это знаменитая Беловежская пуща, настоящий северный первобытный лес пространством 2000 квадратных километров. В этом лесу живет великая европейская млекопитающая зубр. Лишь здесь и в некоторых лесах Кавказа, а также в Мерцецице, в Силезии, сохранилось в настоящее время это мощное животное. На всей остальной поверхности Земли оно уже истреблено. Летом и осенью зубр живет в сырых местах леса, обыкновенно спрятавшись в чащах. Зимой предпочитает более сухой и выше расположенный лес. Очень старые быки живут одиноко, более молодые бродят небольшими стадами. Летом в 16-20, а зимой в 30-50 голов. Каждое стадо имеет свое постоянное становище и всегда возвращается к нему. Ходят зубры скорым шагом, бегают тяжелым, но быстрым галопом, причем отпуская голову к земле, а хвост поднимая кверху и вытягивают. Они легко переходят вброд или переплывают болота и реки. Лучше всего развито у них обоняние. Зрение и слух развиты меньше, а вкус и осязание лишь посредственно. Нрав зубров меняется с годами. Молодые животные бегают веселыми, живыми и игривыми существами. Хотя они не очень кроткие и миролюбивы, но все же не злы. Старые, напротив, имеют сумрачный, даже звериный нрав. Они становятся раздражительными и не расположенными к каким бы то ни было играм. Дикость, упрямство и вспыльчивость – отличительные черты этих быков. На этом все. Мы заканчиваем. Всем удачи и всем пока. Подпишись на канал. Ну а сейчас неудачные кадры. Зимой предпочитает более сухой, ёлки-моталки. Млекопитающая забр, тьфу ты, ё-моё, зубр! Ну, на этом точно всем.